Главные новости к этому часу. Арсен Коноков принял участие в очередном заседании Госсовета в Чебоксарах, которое накануне провел президент России Дмитрий Медведев. Посвящено оно было разработке концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов. И глава государства, напомним, озвучил один из ее важнейших принципов. Одаренные дети должны иметь возможность реализовать свои способности, независимо от места проживания и обеспеченности родительской семьи. Для этого в России будет создан специальный совет по поддержке молодых талантов. Такое решение принято на заседании, сообщает пресс-служба президента страны. Арсен Коноков в своем выступлении на Госсовете остановился на одном из направлений по отбору и поддержке талантливой молодежи, подготовке управленческих кадров. Глава Кабардино-Балкарии подробно рассказал о реализуемой в КБР одноименной республиканской целевой программе, которая уже позволила обучить около 140 человек. В республиканской казне это обошлось в 180 миллионов рублей. По контракту, уточнил Арсен Коноков, человек, прошедший обучение по программе, должен 5 лет отработать в экономике Кабардино-Балкарии или компенсировать затраченные на него средства. Набор молодежи на учебу идет по заказу министерств и ведомств. Глава КБР также внес предложение создать национальный реестр международных мероприятий, участие в которых будет поддерживаться государством. Это позволит, по мнению Конокова, упорядочить мероприятия, исключить дублирование, особенно интеллектуально направленных, повысить качество их проведения. Кроме того, глава Кабардино-Балкарии считает целесообразным создание единого электронного банка учета достижений учащихся России, принимающих участие в мероприятиях этого реестра. Дмитрий Медведев идею одобрил, сообщает Кремлин.ру.